Коничуа, такова ташива, атомный сенсей десу. Йорёшко никишимасу. We continue on learning Japanese and let's do the test. Ну и давайте пройдем тест. 13 simple questions. 13 простых вопросов. Йош, пошли. Let's start. Which means sorry. Что значит извини? Гомен. Гомене, гомена. All above, все выше. Correct, правильно. Суманай can mean. Что может означать суманай? Excuse me. Thank you, hello, and B. Excuse me, извините меня. Yes, but the best answer is both A and D. I, B. Hmm. Which means, where is the ship? Где у нас корабль? Вопрос. Фуне ва доко. Фуне доко. Фуне деска. A and B, I, B. Correct, правильно. Чую повторить. Фуне ва доко. Ship, где корабль? Yeah. And Fune Doko, это где корабль? Wa particles dropped. Частичка wa опущена. Which means you are strong. Ты сильный. Omae wa tsuyoi. Tsuyoi zo. Tsuyoi. Ну, вообще-то все может быть использовано. All could be used. Correct, правильно. Yeah, without naming, да, без повторения. Ну, без именования, что ты, типа, подразумевать, да. Чигао might be translated. Чигао, как it differs, отличается. It's not what you think. Это не то, что ты думаешь. All of the above. Все правильно. Which politely offers something. Как вежливо что-то предложить. Кудасай. Please, это пожалуйста. Дозо. Ику. Dozo, dozo, по-моему, предложить. Yeah. Correct, правильно. Kudasai is thank you. Kudasai это спасибо. Which politely request something. Что-то вежливо спросить. Kudasai. Correct, правильно. Which means please give me a fish. Пожалуйста, вежливо дай мне корабль. Sakana kudasai. Sakana wo kudasai. Sakana kure. And be aibe. Correct, правильно. Which means, are you serious? Ты серьезен? Маджи? Маджика? Маджи деска? All above, все выше. Correct, правильно. True, you повторить. Yeah. Маджи, that's serious, это серьезно. Which means, don't get. Гребаный кот, как перевести? Коно неко, that cat, это тот кот. Неко ме. Well, kind of, ну, вроде, неко... Некоме. Yes, but answer I, B. Коно неко this cat. Это чертовый кот. Cat. Некоме. Which mean why? Почему? Нанде. Доште. Нанде. Нандеска. All above. Все выше. Correct. Правильно. Which mean casual why? Обычное почему сказать. Нанде. Назе. Дождь, назе. Sorry. Нанде. Нанде у нас правильно. Офлый ход. Невероятно. Ужасно жарко. Тайхен. Тайхен ва. Ацуй. Тайхен но ацуй. Тайхен ацуй. Здесь вот это. Sorry. You should know. Но нужно. Тайхен на... Awful thing. Ужасная вещь. However, Atsui is an adjective. Atsui это у нас и прилагательное. To review, повторить. Taihen is acting as intensifier. Taihen у нас усилитель, то есть ужасный. Describing the word Atsui. Объясняет Atsui. Taihen Atsui. Awfully hot. Вот так вот. You are 9 of 13. Too bad. Слишком плохо. Let's do again. Ну что, снова пошли. Йош, пошли. Sorry. Извините. Гомен, гомене, гомена. All above. Все выше перечислено. Суми, суманай. Mean excuse me and thank and be I be. Correct. Which mean where is the ship? Где корабль? Фуне ва доко? Фуне доко? Фуне деска. A and B, I be. This is correct.
Yeah, no reviews. Да не надо мне повторять. Which mean you're strong. Ты сильный. All, my, all of the above. Все вышеперечисленное. Окей. Хорошо. Meditative music, такая медитативная музыка. Чигао means all of the above. Все вышеперечисленное. То есть это неправильно, отличается. Не то, что ты подумал. Correct, правильно. Which politely offer something. Что-то предложить. Dozo. Correct, правильно. Politely request. Попросить кудасай. Correct, правильно. Кэрипова кудасай. Пожалуйста, дай мне штангенцирку. Кэрипова кудасай means like, please give me the tool. Which means, please give me fish. Polite, вежливый. Сакана кудасай. Сакана во кудасай. NB, IB? Correct, yeah. Are you serious? Ты серьезный? All of above. Все вышеперечисленное. Magica. Magica у нас, да, магия. Дэнке, долбанный код. Коно неко, неко ме. NB, IB, это я запомнил. That's not obvious, это не очевидно. Like... Okay. Which mean why? Почему? Нанде, дэште... Нандеска, all of the above, все уже перечислено. Casual why, обычно, нанде. Yes, correct, да. Which means awfully hot, ужасно горячий, this one, вот это. Correct, правильно. Okay. Let's go 13 out of 13. Okay. Plus one health, одно здоровье. That was great. Это было невероятно. Now I'm stronger than ever. Я теперь сильнее, чем когда-либо. А был ли я очень силен когда-либо, тоже вопрос. Hot. Тай, что-то я забыл. Окей, отсуй. Awful, ужасно. Тайхен. Cool, клево. Окей, какой фиш. Сакана. Со. Куикли быстро. Окей, хаяку. Не помню. Анимал. Добуцу. Фу. Фу, это Путин. Офул, ужасно. Тайхен? В этой походе тенки. Фу, Путин. Би. Alright. Йощ. Йощ. Йощи. Окей. Okay. I see, я вижу. Со. Тесне. Нарубу. Grasp. Схвати. Вакарю. Quit. Ямете. Serious. Маджи. So I completed at least something. Ну, хоть что-то закончил. Need to return. Нужно возвращаться быстро назад. To the all left, и теперь налево. New battle, да, так и думал, что новое. Ямете? Ямете? Awful, ужасно. Тайхен? Я. Serious, маджи. Вот маджи я запомнил хорошо, вот эта погода. Тенки. Quickly, быстро. Хаяко. Island. Шима. Шима. Схватить вакарю. Аки. And the katakana version is without that. Low blow. Катакана версия без нижней вот этой была дуги, то есть ки как просто как электропередач. Онна. Онна. Да, ну готово. Ой, он. Спокойно себе двигаемся вперед. Окей. Так, вот. Надо. That. Кону. Сону. Быстро. Quickly. Хаяко, не помню. I see. Хуба. Нарухобо. When. Ицу. Сколько клёво. Какой. Alright. Йощ.
в этой погоде. Тенки. Па. Па. Ямете. Прекрати. Хи-хи-хи. Серьез, маджи. Кристалл, кристалл. I remember that, я помню его. So more and more crystals, больше и больше кристаллов. Let's see, что у нас здесь. Otokonoko means boy, мальчик. It's a long word, but let's break it down. Длинное слово, но давайте разберем. Otonoko. Otoko man, ko child. То есть, Otonoko это у нас ребенок. Otoko это мужчина. Но ako это ребенок. Remember no particle. Помните частицу no. When it combines between nouns, person, place, thing, the first noun describes the second. То есть, когда но между двумя существительными, первое существительное описывает второе. So, in otoko no ko describes ko child. Ну, в этом случае мужское. Мужчина описывает ребенок. То есть, это что? Мальчик. Onna noko. The same. Onna noko то же самое. So that's a girl. Это девочка у нас. Окей. Okay. Good. Хорошо. A phrase that you'll see in this adventure is Nande kokona. Kokoni. Let's break it down. Давай разобьем это предложение внимательно. Nande, why? This place at why? Почему это место? Почему в этом месте? Better translate is just why are you here? Почему ты здесь? Or what are you doing here? Или что ты здесь делаешь? Again, who you are talking about depends on situation. Но все зависит от того, с кем ты разговариваешь, от ситуации. She or they, они или она. Ni part, частичка ni. That the ni particle, it marks the word it follows. Coco as the target of the action word verb. То есть частичка не обозначает, что она делает слово, которое перед ней было целью для действия. But there is no action word in that sentence. Но слово это действие или дееслово нет в этом предложении. At your current level, I wouldn't try about that yet. Пока бы я не волновался на этом уровне. Do you want to explain more? Хочешь ли еще объяснение? Okay. First, you're right. There is no action word. Ну да, нету здесь дееслова. The action word iru, which means to exist, was dropped after ni. Дееслово iru, что означает существовать, после ni просто опущен. Why? It's just what humans do. They shorten things to save time and effort or even stylize their language. Это то, что люди делают. Они стилизируют язык, придавая разных рюшечек, а также сокращают его, чтобы сэкономить время. Ну да, вначале мы усложнили, сделав три алфавита, а теперь мы упрощаем. Почему? Почему бы сразу не делать что-то простое? Но нет, человек так просто не устроен. Yeah, that's not too simple. You know, they created three alphabets and make their language harder, and now they are trying to make it easier. Why not to create a language easier from the get-go? Anyhow, the meaning is plenty clear without it there. В любом значении, так все понятно. We're done. Закончили. Repeat lesson he. Повторить урок he. He is the word for day. He – это у нас день. In this adventure you will see the phrase. В этом приключении ты услышишь фразу. Сакинохи. Сакинохи Meteor's Day. День метеорита. Better than the day of meteor. День метеорита. Remember when the particle no is between two nouns, person placing the first noun describes the other. Когда у нас частичка но между двумя существительными, первое существительное описывает второе. Oh, I'm so wanting to see the how that name? K or like. There is other Japanese game where it all is in 3D. You're also learning Japanese language. And the cool thing is there you can see all the dates written on hiragana and katakana and you can memorize that. And like he, that would be nice for that. Да, ожидаю игрушку.
по японскому 3D, которая должна выйти, но никак не выйдет. Есть серия интересных игрушек 3D, которые никак не выйдут, да, я их всех ожидаю. Watashino Neko, that's my cat, мой кот. In Sekai no Hi, Day of the Meteor, метеорита день, да. Yeah, no. Okay, so I've repeated all I wanted. Я повторил все, что можно. And all that I don't need to repeat. И все, что им не надо было повторять. So moving on, двигаемся дальше. To the next task, к следующей задаче. We're almost exited the cave, почти вышли из пещеры. And here goes, you know, that's not a scorpion, that's more like a crab. Больше на краб, похоже. Извините, сумимасен, yeah, sorry. Дареда, who are you, ты кто такой? My name is Kai, мое имя Kai. Ninggen des, человек, I'm human. So, вот оно как. So what that was, how it. Honto des. Honto des. True. Истина. Kai wa otoku? Otoku? Kai, ты мужчина? Kai, are you a man? Hai. Otoku des. Да, я этот самый мужчина. Yes, I'm a man. Cool, клёво. I'm like feeling more Japanese right now. Я себе сейчас себя больше японцем чувствую. Банзай, самурай, и пошел рубить мечом. Суге, здорово. Миленький человечек, cute human. You look so soft and pinchable. Ты такой милый и уязвимый. Типа того, like kind of it. Anyway, would you happen to be the Great Red? А ты не, часом не Великий Красный? Не тенки да не. Погода разве не классная? Like, good weather, isn't it? It's a little hot, слегка жарко. So, да не. Oh, kinda, ну типа того. Demo, but, no. Ацуи тенки гаски. She likes the hot weather, но ей нравится жаркая погода. Нарухода, I don't recall, не помню перевода нарухода. Я вижу, понимаю. Это но... Can I ask you a question? Можно тебе вопрос? Yeah, you can, да. Сосори, вот это. Что такое сосори? А я сосори? Ты, вы сосори? Все, да, ну да. Thank you. Хорошо. I've been looking for you, вас искал. Нанде. Why? Почему? I'm supposed to learn a great truth from you. Я должен выучить великую правду от вас. Do you know what I'm talking about? Знаете вообще, чем я говорю? No, I guess not. Of course. А, конечно. Кому подходи. I will teach you, научу тебя. Хаяку. Быстрее. Fast. Yes. Ёж, я понял. This may be a painful lesson. Урок может быть болезненным. Зо. Serious Маджи. Куич Ямете. Why? Нанде. Jesus, Иисусик. Grasp Wakaru. Hot Atsui, не помню. Gu. Zebra quickly, быстро. Hayako. Вот это похода Tenki. I see, понимаю. Хабу Ханарухобу. Sorry. Gomene. Cool, клёво. Кой. Какой? Alright. Йош. Animal, животное. Добуцу. Ху. Даре. Конова даре, да. Умана, женщина. Онна. Ужасно.
Daihen. Serious Maji. Daihen устал. Цукарета. Quit я мете. Why? Нанде. Good, отлично. I did it, я сделал это. Oh, Сугено. Здорово. You're amazing. Arigato, спасибо. Demo no. What is the great truth you were supposed to teach me? Что за правду вы должны были мне? А, вот оно что. Это... How about this? Как насчет это? If you hang out with the scorpions, expect to get stung. Если зависаешь с скорпионами, тебя может уже, могут уже... Это joke, это что, шутка? I already knew that. That's why I was so afraid. Я это и так знал, вот почему я боялся. If I had shoulders, I'd be shrugging right now. What can I say? Ну, я бы пожал бы плечами, если бы они у меня были. Что я могу сказать? When you have to take orders from someone else, sometimes you end up doing stupid things. Когда получаешь приказы от кого-то, иногда бывает, что делаешь какие-то глупые вещи. Твою же мать. That more like truth, это больше похоже на какую-то правду. Well done, отлично справился. What it is, что было? Коваката, that was scary, было страшно. What did you think of the Great Red Scorpion? Что думаешь о великом персонском? Коваката, strong, была сильна. Япори, yeah, да. Here is your reward, a shiny box to decorate your room. А вот и твоя награда, маленькая ящичек, чтобы украсить твою комнату. That was already there, да, он там уже и был. Все, да, ну да. That's because I anticipated your success. Потому что я ожидал твоего успеха. Oh, I don't know what to say. Даже не знаю, что сказать. Дебильный человек. Yeah, he expected victory, that where he is saying we're stupid. Вот поэтому он и говорит, что мы дебилы, потому что ожидал наше успех. How about thank you? Что насчет спасибо, arigato? That's how you say thank you to your superior. Так ты говоришь спасибо своему старшему. Simply saying arigato is not respectful enough when you speak to me. Arigato это недостаточно, когда разговариваешь со мной. Arigato desu? I will make this simple ningen. Я сделаю это проще, человек. In order from most casual to most formal respectful, it roughly goes like this. В общем, от обычного к вежливому все происходит так. Domo, thanks, спасибо. Arigato, thank you. Domo, arigato, very thankful. То есть, domo это типа спасибки, arigato это просто спасибо. А domo, arigato это большая благодарность. Arigato gozaimasu, thank you. Domo arigato gozaimasu, thank you very much. И gozaimasu, arigato gozaimasu и domo arigato gozaimasu. Это невероятно. Благодарен вам просто поклон низкий, да? You could also use honto ni. Like honto ni arigato, truly thank you. Действительно благодарен. Now that's forcing like respect. Это типа принуждает к уважению. But I'm not sure I can remember all that. Но я не уверен, что я во всем этом забыл. That was like five different levels of politeness. Пять уровней вежливости. When you speak to me, use, когда обращаешься ко мне, arigato gozaimasu. Большая благодарность. What is the gozaimasu? А что означает gozaimasu? To put simply, gozaimasu is added to increase the politeness. Gozaimasu это просто увеличение нежности, вежливости. You will see it used to increase the politeness of other expressions as well. То есть ты будешь использовать вежливость других выражений. So they are forcing all the people be gentle to their superiors. Interesting. Интересно, получается в приказном тоне обучают как бы во вред себе быть вежливыми и приветными для руководителей у японцев. Хм.
So like the leaders are like the top notch. Типа лидеры это самые крутые у них штуки. Окарю, did you understand? Ты понял? Hi, да. Would you also like a brief lesson about the domo? Хочешь урок по дому? Hi, ну давай, okay. Let's cover three basic uses of the words domo. Давай три использования домо посмотрим. First, domo is a casual way to say thanks. Domo это обычный способ сказать благодарю. Hey, can I borrow some yen to buy a drink? Могу немного йен у тебя одолжить, чтобы купить выпивку? Of course, конечно. Domo, thanks. Second, domo can mean very. That is why I can emphasize the word that follows. Domo еще может означать очень, который усиливает следующее слово. Domo sumimasen. Very sorry, я очень извиняюсь. Domo arigato. I'm very thankful, я очень благодарен. Third, domo can be used to greet or say goodbye to someone at any time. Domo еще может использоваться для прощания и приветствия в любое время. Like, really, серьезно? What's new, Takage? Что новое, Takage? Zanza, nice to see you. This is my newest ward, Kai. Это мой новый питомец, Kai. Собственно, Zanza, привет тебе, рад видеть. Domo, тоже приветствую. Nice to meet you, рад тебя видеть. I better run, I've got to go the first watch tonight. Мне нужно идти, у меня первая стража сегодня. Domo, goodbye, пока. In summary, domo can mean several things based on the situation. Domo может иметь несколько значений в зависимости от ситуации. Thanks, very, hello, goodbye. То есть, thanks, domo может означать спасибо, привет, пока и очень. Вакарю? Понял? Вакарю машта, да, понял как бы. Let's do a quiz, давай тест проведем. Domo can mean thank you, very, high, all of above. Все может означать вот это domo, correct, правильно. Now it's been a long day, hasn't it? Был длинный день. Правда, я... Цукарета, I'm tired, я устал. Why don't you go to your bed and rest? Иди в свою постель спать. Докаге... Сама... Такаге сама. Доко? Доко, вот что. Просто где? До Юкото. О чем ты говоришь, вот? Where is my bed? Где моя кровать? Маджика. Seriously, серьезно? Don't you see that soft, dirty bed over there? Что не видишь, а вот ту на эту самую кровать из свежего говна, как раз для тебя. Коре? Коре, this, вот это? Я, да. Дождь-то? Дождь-то, а what is it? Что такое? Nothing. Ничего, благодарю вас, Токага-сан. And this is the metaphor of real Japan. Вот это метафора настоящей Японии. You are humiliated by your superior, by your boss, and you need to take that in account and be very polite to that. Вот это и есть настоящая Япония, вот метафора. То есть нам дают дерьмовую настилку, а мы должны благодарить начальника. И по-другому никак. И он знает, что он дает дерьмовую настилку, но попробует его не поблагодарить. Вот такие вот унижения. Yeah, kinda. Just one question. Просто один вопрос. Do you know anything about Sachiko? Вы что-нибудь знаете о Sachiko? Sachiko? Мочирон. No? Ну, конечно. Everyone here knows her. Все ее знают. Ложь, разве? Какой дебильный человек, what a stupid human. Don't you know anything about her? Ты ничего не знаешь, Бетсуни, совсем нет. What can you tell me about her? Что можно мне ей рассказать? No more questions, go to sleep. Никаких вопросов, иди спать. What a day, ну что за день? Okay, we should go sleep, но нужно идти спать. Should I go to bed? Да, давай спать. Итай! Итай. Ауч, больно. Good morning, доброе утро.
Сасори. Это я, Сасори. Do you know that Sasori means scorpion in Japanese? Знаешь, что Сасори означает это самое, скорпиона по-японски? No, I did not know that. Нет, я этого не знал. Now I know, теперь я знаю. A good method of learning. Отличный способ обучения. Yeah, now. Genki? Genki? Are you well? Все хорошо? Hi. Genki des. Да, все хорошо. Yeah, no. Pinch me to gomenne. Sorry, извини. Нанде кокуни? Нанде кокуни? А, what are you doing here? А что ты здесь делаешь? I've decided to be your new roommate. А, я решила быть твоим этим самым... жить вместе с тобой, короче. Вот так вот. Дождь, why? Почему? Because you'll need my help in order to survive, so... Ну, тебе понадобится моя помощь, чтобы выжить, поэтому... I like her. I like you. И ты мне нравишься. Oh, like, I'm going to help you. Я тебе помогу. In fact, I'll be your sparring partner whenever you need to practice. Вообще-то я буду твоим напарником по спаррингу всегда, когда тебе понадобится практика. Человек. Come here. Иди сюда. Има, быстрее now. Oh, we are forced to do that. Ну, нам нужно это делать. But you know what that would be in the next episode. Ну, знаете, это уже будет в следующем эпизоде. Ja, mata, atakuts, I think. See you.